Поехали, ребята. Поехали, поехали. В России у вас будет такой же красный нос, как у меня. Now it's the last days when we are here. My mom is skiing. You know, for me one time was more than enough because I felt so cold there. Because when you don't move, your legs and your hands become super super cold very fast. I don't know, in 20-30 minutes I already didn't feel anything. So вот сейчас мы идем брать лыжи. Вот. Бывает, смотрите. Вот, можно взять обувь. Ура, все, мы едем на лыжах кататься. Пошла жара. Смотрите, какие большие шахматы. Саночки, что вот эти вот, что ли? Вот это вот санки, ну это для детей. Это тюбинг. Вот 5 шахмат, видите? Не знаю. Какие-то настольные игры. Даже вон гитары есть. Мячики. Now I'm just walking because I wait my parents. I bought some souvenirs and now here, you know, not a lot of tourists at all because Christmas holidays already finished and not so many people. You know, I come back, so come difficult now. So difficult now. I feel like I come back to the real life. But anyway, when it becomes warmer, I will plan your travels again. Now it's too cold in the whole Russia, but I saw forecast in Sochi, it's like plus 10 here in Vladivostok, minus 5 today. Next week will be maybe minus 10, ну, kind of cold. Дед Мороз есть. Так что, ребята, приезжайте в Россию, у вас будет такой же красный нос, как у меня. У нас пляски. Деревенская жизнь. Много очень тут людей, кстати. Вот. Очень много машин. Все приехали отдыхать. Мы тоже приехали. Потому что больше некуда ехать. Кислородом дышать приехали. Ну, дышим кислородом. На самом деле дышится очень тяжело, потому что нас замерзает. Вот. Ты тоже можешь. Давай говори. Тут зато
Мама, говори, заставляет меня рассказывать, как хорошо в России зимой. Ладно. Вот, смотрите, гладенько какое, все снежное, белым-бело. Вот такой вот снега. Вот. Есть такой вот пингвин. Вот. Дедушка искал корень женьшеня. Они его, это, домашний-то он не такой. Ну, понятно, что... Все, что ли? Я не знаю, это Поехали. Едем. Папа меня катает. Вот. Идите. Ура! Ура! Вот. Едем, катаемся. Рука уже замерзла опять. Короче, ясно. Надо идти все-таки на ту монастырскую. Настя, нет. Фигня. Я потом ускорение включу. Чей-то талисман, наверное, кто-то оставил. Слушай, откуда он? Настя! Ребята, сейчас мы поедем, короче, кататься с горы. Елка. Ну, такая есть, другой не было. Мы катались на вот такой штуке, но дети катаются на ледянках. На самом деле иногда это очень больно, потому что я хочу, чтобы жестко получается в итоге. Ничего, дети счастливы, вон они какие радостные. Вот. И вот русские дети. Мы сейчас в таком суперпровинциальном городе Лесозаводск. А это недалеко от курорта, где мы находимся. Здесь все такое очень супер простое. Ничего интересного, один кинотеатр маленький, несколько кафе, в принципе, и все. Больше тут вообще ничего нет. Мы приехали просто, чтобы хоть чем-то еще заняться, помимо кэшмаковки. Вот такие маленькие домики, где-то 4-5 этажей максимум. Вот выглядит какой-нибудь среднестатистический российский двор. Такие дома. Вот. В 5 этажей. 6. А, в 5. Вот. Обычно вот такие какие-нибудь качели. Тоже такой очень грустный, конечно, парк детский. Ну, какой есть. Вот. Дорожки. Дорожки обычно очень скользкие. Вот. Мы
конечно, холодно. Ничего не скажу, холодно. Холодно. Мне, если вы думаете, что я русская, я не мерзну. Нет, мне холодно. Я вообще не люблю холод. Я не люблю зиму. Вот. Особенно, конечно, после Сочи мне трудно привыкнуть, потому что разница... Милая мусорка. Вот, привет. Потому что в Сочи было где-то 0 или даже плюс 10. А здесь -20, -25. Конечно же, разница в 30 градусов. Сразу, буквально резко в один день. Для меня достаточно тяжело это. Вот, я вообще не люблю зиму. Обычно в Владивостоке зима теплая. Не знаю, почему эта зима такая холодная. Там было вплоть до -30. Для меня это вообще ужасно. Я просто умираю. Я просто не выхожу из дома в такие моменты, когда так холодно. Конечно, тяжеловато, тяжеловато. Проходит адаптация, но ничего. Я жила там 24 года. Здесь, ну не здесь, а в Владивостоке, в принципе. Считаю, на Рождество, правда?